Всем снова здравствуйте, у нас вечер. Ну как вечер? 3 часа дня. День, короче говоря, у нас. Я еду в город встречать Ильюшу. Сегодня у нас приезжает Ильюша. Возьму с собой еще экшн-камеру, попробую поснимать на нее и потом смонтировать на ноутбуке. Многие спрашивают, когда трансляция. Или сегодня вечером, или завтра днем. Ну, там посмотрим, как будет трансляция, я вам постараюсь написать. Ладно, едем встречать сына. Давай еще раз. Давай. Так. Правильно. Ни. На. Полностью. Нина. Правильно. У. А. Ни. Полностью. У. Ани. У. Флажок, да, нарисован? У-ин-ны. У-ин-ны. Листок нарисован. Дальше. Так, ладно. Так, давай вот это. На. Но. Ны. А здесь что? Но. Правильно, это он лошадке говорит, но лошадка. Так, дальше. На. Какая это буква? А-у. 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 Вот ты в лесу кричишь, как? А-у. Правильно. Вот и тут также. Так, S буквы вы учили? Нет. Нет еще. Ну давай. Что-то бы такое. Какая это буква? Вот эта буква какая? Си. 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 Правильно, правильно. Что ты говоришь? Са. Си. Со.
правильно. Осины. Слово осины. Это что у нас? Дерево. Дерево. Правильно. О-си-на. Правильно. О-си-ны. Со-си-на. Молодец. Так, не дергайся. Нина. У-си-ны. Молодец, умница. И-ны-на. Не надо второй раз «н» назвать. И-н-на. Не надо два раза «н» называть. Инна. У. Су-о. Не сы-о, а со. С. Ны. Не и, а энта куда пропустила? Съела, что ли? Давай еще раз. Со. С-ны. Какое у? О? У. Ой, ау. Ны. Ни. На. На. Ау. Правильно, все прочитала. Умница. По идее, тебе надо было только 41-я, мы дошли до 45-й страницы с тобой. Молодец. Давай еще вот это. Ну, на. Ни. На. У. На. Какая-то буква? А. А. У Ани, правильно. У. Ни. Ны. Ты энто не забывай тоже читать. Ны. У. Ны. Все, молодец. Все убирай. А, дорогие мои друзья, вы просили показать азбуку. У нас азбука вот такая вот в первом классе. Приношу извинения, что у меня руки в краске, просто у меня появилось время, я с Оксаной села почитать. Вот такая вот книжка. И вот сейчас постараюсь вам показать страницу, потому что вы просили. Вот такая вот у нас азбука. Да, Оксана, тебе нравится читать? Да. Оксане нравится читать. У нас время есть, и там просто Ваня спит. Засыпает, по крайней мере, пытается. Поэтому мы здесь сели с ней почитать. Где есть время, там и садимся, там и читаем. Вот такая вот красочная у нас азбука. Я все страницы показывать не буду, это будет очень долго. Но вот так вот у нас они обучаются. Вот сейчас вот они вот на этой 41-й странице учат. Да, Оксана? Да. А мы с ней дошли. Вот это прочитали, это мы с ней тут почитали, поработали. Это и вот это прочитали. Дальше еще, ну, вот С она у меня уже знает букву. Дальше, а, вот это вот мы еще с тобой прочитали. Да. И вот такая вот у нас азбука. Очень интересная, очень красивая и красочная. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии. Да, Оксана? Да. Скажи, я еще только учусь читать. Да? Чудо. Вся. Искривлялась. Держи свой учебник. Иди прибирай. Ну и всем помахай. Пока-пока.
У нас вечер, я пошла в магазин за хлебом и за молоком. Весь день никто в магазин не ходил. И все чухнули, что мама, а хлеба-то нету. А мама должна идти в магазин за хлебом. Никто ничего не хочет, а мама, иди за хлебом. Нормальное состояние. В целом все прокрасили. Завтра будем стену заклеивать. Сегодня хотели, но уже не успеваем, надо баню топить. Поэтому уже навряд ли успеем. Но если я смогу, то я сама пока буду клеить. И завтра уже линолеум будем стелить в кухне. Ой, как я уже устала с этим ремонтом, вы не представляете. Ладно, идем в магазин за хлебом. У нас вечер, и на ужин у нас будет пюре с куриной колбаской. Фу, котлеткой, куриной палочкой, короче говоря, пожарили палочки. Сегодня у нас гости, поэтому ничего не снимала, уж простите, что смогла, засняла. Ну вот, садимся ужинать, всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Всем привет, ну покажи, Людочка, к нам Ильюша приехал. Гюрем лицо свое не показала. Хюрем Султан, не Гюрем, а Хюрем Султан. Покажите личико. Мы все после бани, поэтому извиняйте за мой вид. У меня волосы еще влажные. Сейчас я вам фотку скину, какой у меня Егора с вами. И скажите, понравилась вам эта фотка или нет. Вот такой вот, ребят, у нас был сегодня день. Немножко такой поснимала что-то. Ну, совсем чуть-чуть поснимала. Завтра будет мама. Больше. Да. Завтра будем, кстати, линолеум уже в кухне ложить. Ура! Да. Завтра? Так я завтра в военкомат. Так папа дома? Завтра папа с утра в больницу, а потом мы будем с ним остатки обои доклеим и линолеум ложить. Так он завтра же вечером поедет уже в Соликамск. Ой, маме опять одни растрат на дорогу. Ой, там растраты. 250 рублей в одну сторону. А зачем ты приезжаешь? Комиссию проходить. Ну ты, Света, его причесала. Блин, так охота показать его, но он не дается, показывается. Да, ты пюре кушаешь, да, Ваня? Иди мама. Кушай. Ну что делаешь? Чё, да. Третье, четвертое фото. Погоди. Второе и третье фото скинь мне. Хорошо, сейчас скину тебе фотографии. Первое, четвертое. Ладно, дорогие друзья, всем желаю хорошего дня. Всем желаю хорошего настроения. И твою фотку скину тоже, сыночка. И всем пока-пока. Да,